Это очень важно. Мы летим, видим замки, мы думаем о возрождении. Приезжаем, прилетаем, замки есть, а не замки нет. Вот в этом-то и дело, что возможен мир, в котором базовая теория неверна или отсутствует. Мир, в котором культура упразднена, и главное, что человек не хочет эволюционировать, не хочет развиваться в сторону человека воспитанного. Разумным он стал, даже можно сделать его образованным, даже умелым можно. А вот образованным, то есть воспитанным никак, не хочет он эволюционировать, теория воспитания не работает. Я думаю, последние 20 лет российской истории, да и мировой, были временем особого, огромного разочарования в человечестве, сравнимого, наверное, только с разочарованием в просвещении после Великой Французской революции. Потому что именно тогда, понимаете, идея Руссо насчет нормальных условий для нормального человека, для того, что человек вроде добр, эта идея была радикальным образом сформулирована. Но я думаю, что рефлексии на эту тему содержатся только в одном романе. Я почему это говорю, потому что у меня следующий очень дилетант, чем надо об этом писать. В романе какого-то Палашка, который у нас так недооценен из-за своей остро-сатирической тональности. Уважаемых людей и стараются не пережимать. Пугают, потом немножечко ступают на шаг. И вот эта вся общественность, она выдыхает. Общественность становится хорошо. Как вы вот, извините, с Юрием Дмитриевым как получилось. Мы выпустили человека. Да. Общественность сказала, ну вот мы же можем. Да. Мы сделали. И тут же раз, и вот Скоток имеет заднюю передачу, он идет вперед. А почему они должны Нужно играть, нужно в этом сейчас не только как-то для детских девочек.